Крыша севера. А, ух ты, мать. Андрюха, они еще этот изменили интерфейс. What the fuck? Просто говна кусок, фу. Паш. Ты здесь? У меня, короче, знаешь, какой трабл? У меня нет магазина в Уплей. В смысле? Будьте начеку. В прямом сейчас дэм почекай. Я так понял, все, что у тебя с шарами связано, и то, что кидается по всему полю, как бы тебя привлекает. Рокет Лига, как бы, тому подтверждение. Отвали, это во-первых. Во-вторых, у меня не все связано с шарами. Ну я так имел в виду мячи. Вот то, что у тебя Uplay на Яндекс.Почте, как бы такое себе. Большая. Ну и в чем? В том, что мыло и Яндекс это очень небезопасные почты именно по меркам защиты, именно от брута, поэтому будь осторожен. У меня нормально было столько вещей и... Одно дело было, другое дело, что их уже нет. И я так лоханулся с аккаунтом, поэтому с аккаунтом Стима как бы обосрался, причем так с подливой. Причем же запах такой нозовыносящий был. Блин, даже не знаю, типа... Один хер я с дробовика не стреляю. Точнее, с автомата не стреляю. Дробовик хотя бы полезный. И можно бесшумно делать брешь в стенках и потом бахать туда пистолетиком. Как я это сделал? Дробовик? Я? Нет. Что? Хера он здесь СГшек накидал? Он что, дурачок, что ли? Ты вроде умеешь. А, это ты накидал? Чувак, там одной достаточно. Она не бесконечна, она 2-3 гранатки сдержит и все. Пёс! Сори, я хотел брешь сделать. В моей голове? Нет! У тебя получилось тогда. А у тебя сколько... Надеюсь, она тебя тоже убила. Мне страшно. Я просто прибегаю, заворачиваю твой труп, улетаю в стену. Пошёл ты! Шу. У них мози есть. Ты знаешь, где я сейчас осейвил? Там где ты проехал? Я тебя засейвил или ты меня засейвил? Я тебя засейвил. А меня тоже по этому. Я видел. Так себе сейв. Паша, помоги, пожалуйста. А ты где? Паша, помоги, пожалуйста. Я лежу, я близ. Да мать твою, ты где? Я его спускаю сюда. Иди его стрей сейви. И сейчас выходит Фрост. Ничего, мы ее встретим. Да. Где она? Где? В каком? Слева была. Она лежит уже снизу. Вон. Да я не увидел. Ты убил кого-то? Да. Чего ты играешь так серьезно? Я не серьезно играю, ты чё? А посмотри на мой счет и на свой. Ну что? Мы с тобой два бесполезных, но два брутально выглядящих мудака. А очки, знаешь, дают плюс 10 к уверенности, да? Это как в Fallout'е были очки доктора Мобиуса, они типа, это, плюс ко всему дают, к науке, к изучению, там, ко всему. Ну, чтобы они просто так сюда не вошли, я закрою вот эту сраку. Это все потому, что этот говноед забрал моего капкана. Да, это именно поэтому. Чекай. Вот на их скатку я возьму, короче, капканы и сразу затащу, как бы. Это бомбом, подупаду, тебе надо больше брать. Да иди в срань, я толстый, чтобы щитом бегать. Я вот худой, чтобы щитом бегать. Блин, вот ты близ, я хочу в тебя стрельнуть. И тут все желания неправильные. А?
Бляха-муха! Решил добить этого глинамеса. Дошел, блин, мьют, замьютил меня под. Андрюх, там валяется где-то. Не валяется, Паш. Да забей, у тебя и так мало хп. Пуш. Ну на, давай, на смерть. Что его... Это было низко. А чем я его убил? Ты убил, что ли, последнего? Да! Чем? Это было низко. А чем я его убил? Я мертв был, мать твою! А ты, блин, это, камушек пнул, а он из-за него споткнулся. Тупо два в присосках в этих и два очкарика, как бы. А нет, один очкарик и одна мулатка. Это ты про себя? Нет, я просто чумазый. Я не знаю, вообще какой у него тон кожи, потому что, ну скажу, что она маршрутская. Мулатка капитал. Чудливо. Я тупо стол. Не, вот такой шляп я, конечно, не ожидал, пирожок. Ну, залезь под мой стол. Они меня спалили. Могу ошибаться, но мне кажется, там есть кто-то. Они там естественно есть. И срочно команду уничтожили. Вот, бляха, ой, такой ты глинамес, уф. Я по тарелочке правда полил. Ты продолжаешь это делать. Кавыра тупой, ты дура! Кавыра тупой, ты дрянь! Такой он, блин, амес! А я не качан, я глаз. Поздравляю, команде удалось найти химию. Бляха. А, ну я понял, ты чилишь, да? Я могу так сделать. Я не бесполезен. Я просто 1600 все делаю. Мне хотят убить. Ладно, согласен, это достаточно интересная позиция. Не, просто тут это капкан что-то нечаянно шел, я такой его увидел, убил. Мне ковыра! Сраная мулатина! А мы выиграли? А, нет. Побежали. Андрюх. Отключено. Вот теперь вылетел. Отличненько. У меня еще интернет-подключение хреновое. О, подключился, ёб твою мать. Не знаю, что это оружие, но не очень. Это твоя граната была? Нет. Кому может быть нужен док, если он так нужен? Что? Я просто я никого не слышал! Откуда эта курва там появилась? Что за Вьетнам? Я так понял, у него одного. Откуда он меня бахнул? Группа провалила задание. Пошли, как ты смог их проиграть, а?